Если говорить еще о событиях 5 ноября, в 2010 году в Бразилии произошла такая экологическая техногенная катастрофа, одновременно прорвала дамбу с гравием, песком, землей, отработанным на участке, да, по добыче полезных ископаемых. Прорвало это все, погибло 19 человек, и все это в воду реки со всеми отходами и химическими, и другими попало в воду реки. И вот такая трагедия тоже 5 ноября произошла. Вот такой веселый день, в кавычках. Ну, были, конечно, и хорошие события. Я акцент делаю на усопших. У меня страница есть ВКонтакте, которая так и называется. Помним о вас, памяти ушедших от нас. Вот так она называется. Подписывайтесь, там интересно.